Синоптики прогнозуют первые осеньские заморозки на глебе от 0 до минус 2. Эта заява по области чекается у ночь с 14 на 15 вересня. Как подлумачили метеорологи, вегетативный период рослин еще не завершены, тому эти заморозки трапили у спис несприяльных умов на дворе. У вогуле серады чекается понижение температуры. Например, когда у авторок максимальная дневная температура прогнозуется плюс 19-21, то у наступный день плюс 14-19. Третья декада вересня будет у межах 22 градусов. Не оглядевши на то, что початок месяца был больше теплым, температурных рекордов не поставлено. Самый теплый вересень синоптики зафиксовали у початку минулого века, а самый спякотный вероснёвский день был у 2008 года 8 числа. Тогда термометры показывали больше за 30 градусов.